зло, могилы не найти. Друзей по жизни было, как бурьяна, что стал стеной пред нами на пути. Свихнуться можно от такого вида, в болотной жиже попросту пропасть. Приведшему к могиле друга гида не отняла у нас чуть смерти пасть. Порхаем в жизни словно серафимы, не думаем, что ждет нас впереди. Эгоистичны и до слез ранимы, все пестуем тщеславие в груди. Но помним друга нашего, Адама. Он, душу нам отдав, сгорел дотла. Таким его на свет родила мама. Его стезя небесная светла. К великому сожалению, точного местоположения могилы Адама Ульянова мы так и не смогли установить. Отправной точкой поиска могилы является храм преподобного Серафима Саровского. Весь маршрут к захоронению показан в этом ролике. Значит, мемориал. В основном тут военные моряки. Вот они там впереди. И вот среди них будет ориентир. А Курск? Курск. Вот, Курск, Курск впереди. Это, по-моему, где-то отдельно. Отдельно, да. Значит, ну, вот уже этот купол золотой, видите там? Да. Да. Вот это ориентир. О, сейчас я наеду. Обожди, скажи, купол где? Я вижу купол, да. Сейчас я на него наеду. Купол золотой. Да, Денис Иванов, по-моему, его зовут. Красивый молодой человек. Я вижу купол, да. Я вот его сейчас вот, я его снял. Кажется, это он, да? Кажется, это купол, который ты сказал. Хорошо, сейчас. Ну, поехали дальше. Поехали дальше. Вот курс. Да. Он там поминает. Значит, основной памятник Курску стоит в Мурманске. Там стоит будка, не будка, а вот эта надстройка, вот эта Курска, она сама стоит там, да. И там памятник всем погибшим подводникам. Там колоссальное количество погибло, то есть на разных лодках. Там не только Курск, их очень много погибло. Там вот это вот именно от Курска.
Мурманске. Во, вот это да, вот, вот этот купол, правильно я его снимал, да, да? С крестом? А, вот, вот, вот. Вот это для меня ориентир. А рядом... Понял. Сейчас, подожди, я наеду на него, сейчас я на него наеду. Ориентир вот этот, да, ориентир вот этот, вот да, вот такой с крестом памятник. А? Вот отсюда хорошо видно, Саша. Ага, да-да-да, сейчас. Денис Иванов и Макаров. Сейчас, стоп, сейчас, Володь, сейчас. Между сейчас. Ними перпендикулярно надо пройти, буквально 20 метров. Где Денис? Где Денис? Не вижу, где. Там. А, вот, вон Денис вот этот стоит, молодой вот этот, да? Да. А, ну вот Денис этот с куполом, который, понял. Так, и дальше куда идем? За него. И прямо идем вот сюда, вот так. Ага, давай. Вот давай. Это ориентир. Понял. Понял, да. Ориентир очень хороший. Что же молодой парень-то так тоже? Денис Николаевич Иванов, Макаров, Валерий Юрьевич. Макаров, большой памятник, да. Ну, я прямо это видео опубликую, и все. Конечно, да. И не надо, а и более-менее понятно будет. Это лучше, чем перестать. Теперь будем искать, давай. Дорогие друзья, в заключение мы хотим предостеречь вас, что отыскать могилу Адама Ульянова не так просто и далеко не безопасно. Старинный друг Адама, Володя Меклер, упал в зарослях кустарника листом вниз. Поранил ногу о штырь могильной оградки, а я дважды падал в зарослях того же кустарника и повредил ухо. Все это могло закончиться гораздо трагичнее. Сейчас. О. Вот так. Ножку вот. Можете посмотреть. Вот, Адам есть, молодец. Да. Ужас. Попал, блин. Ужас. Но ты уже высох, я смотрю, уже подсох уже. Да. Нормально. Подсыхаешь. Пострадали. Да. Грязные. Хороший человек. Да не говори, да. Ужас. Но главное, что пришло в голову, что... Пошли в пятерочку, Сань. На чем будем бегать? Хорошо, пойдем.